Делимся с вами сегодня лайфхаками и инсайтами. Антон Долгушин, мой гость. Антон, мы сегодня уже, в принципе, с некоторыми спикерами и гостями форума обсуждали выставки, обсуждали о том, что важно вовремя оцифровываться, важно придерживаться правил диджитализации. Почему, по вашему мнению, это необходимо делать сегодня? Спасибо. Очень хороший вопрос. Спасибо, желатели. Дело в том, что оцифровка – это, в принципе, необходимость сейчас, которая диктуется, ну, не то, что модой, а именно необходимостью. А почему? Потому что то, что мы измеряем, мы можем это контролировать. То, что мы не измеряем, мы не можем это контролировать. Поэтому я очень рад, что сейчас происходят такие выставки, такие мероприятия, которые продвигают этот тренд в массы. То есть то, чем мы занимаемся уже почти 5 лет, оно выходит на широкий профиль и становится доступнее для малого и среднего бизнеса. Сколько, по вашему времени, нужно реально времени, точнее, по вашим прогнозам, нужно времени для того, чтобы рынок, скажем так, максимально перешел на новую платформу? Знаете, я этим вопросом задавался, очень хороший вопрос, опять же. Я думаю, что минимум лет 10-15. Почему? Потому что, если говорить про крупные города, там, да, это будет гораздо быстрее. То есть Москва, Петербург, они впереди планеты всей, разумеется. Но малые города, то есть регионы, они немножко, скажем так, в силу отдаленности своей от центров экономического развития страны, ну, в силу немножко, скажем так, замедляется в этом плане. Но благодаря, скажем так, нашей компании мы с этим работаем. И я думаю, что через 15, максимум 20 лет цифровизация бизнеса, она будет, в принципе, повсеместной. Я уверен, что это действительно способно сделать жизнь потребителя, покупателя и, конечно же, непосредственно ваших заказчиков лучше. Я желаю вам успеха и хочу, чтобы мы скорее оказались в нашем успешном, удобном цифровом будущем. Спасибо вам большое. Спасибо.